Пошло оно все! О, черт! Я не хочу умирать! Не с тем связался, приятель! Давай, греби сюда, Вита! Вита, они меня здорово отделали. Кажется, мне нужен врач. Ладно, сейчас доставим тебя к Эль-Грека. Эль-Грека тебя починит. Да, конечно. Ой, блин, кашляю. Будто мне каждый раз перо под ребра вгоняют. Чем больше дергаешься, тем хуже тебе будет. Слушай, Вита, спасибо, что пришел на помощь и рисковал своей шкурой. Мы же с тобой в одной лодке, а? Как всегда. А теперь расслабься уже, пока ты мне все штаны кровью не залил, а то правда придется перо тебе всунуть. Нашел, мать твою. Время комедию ломать. Помочь? Не, справлюсь. Что делать с деньгами? Отвези Бруно. Ладно. Хоть с этим разберемся. Добрый вечер, господа. Так, что с вами случилось? Привет, док. Мне надрали задницу, и я харкаю кровью. Да что за день такой? Тут еще один из ваших. Кто? Его зовут Антонио Бальзамо. Тони Бальзам? С ним что? Кто-то его крепко отделал. Боюсь, ходить он больше не сможет. Что? Это тебя удивляет? Вся эта кровь, смерть. Вы сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно везение кончится. Кто следующий, ты? Не надо морали, док. Есть время подлатать Джо. Да. Но придется подождать, пока я закончу с Антонио. Ну ладно, док. Ладно, заходи. Главное, уладь все с Бруно, хорошо? И еще Вита. Спасибо. Конечно. Поправляйся. Ты
commentator slamming Sammy Stevens, bringing you news from Midtown. Construction site carnage. That's what the papers might call it tomorrow. Witnesses have reported the sound of automatic weapons coming from the building, and at least one body falling from a high-rise scaffold to the sidewalk below. The police arrived as a car was leaving the site, and they are still in pursuit of that vehicle. It's safe to say that you can see some flashing lights coming from behind you. Pull over and duck, baby. For EBLT Radio, I'm Slamming Sammy Stevens. О, это мне понравится. Эй, мне нужен Бруно. Деньги принес? Да. Ну, заходи, тебе повезло, мы уходить собирались. Добрый вечер. Ты принес мне деньги? Или хочешь продлить срок? Вот они. Признаться, я немало удивлен. Я слышал, что у вас возникли проблемы. Да, верно. Мне сказали, Генри погиб. Меня это очень огорчило. Айзек, считай. Значит, ваше предприятие было успешно. Деньги я вернул, так? Конечно, конечно. Только вот весь город стоит на ушах. Китайцы решили, что итальянцы на них напали и пошли войной на Винчи. Это нехорошо, нехорошо. Это имеет отношение к тому, зачем вы занимали деньги? Прости, Бруно. Это не твое дело.
А, спасибо, Айзек. Значит, долг погашен. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вито. Вито Скалетто. О, Скалетто. Я знал одного Скалетто. Но должен сказать, ты лучше отдаешь долги, чем он. За него пришлось расплачиваться его бедной жене. Так это у тебя мой отец занимал бабки? Ха-ха. Твой отец. А, яблочко от яблони. Я вижу, ты не одобряешь. Но я же не заставлял его влезать в долги, таки верно? И тебя таки тоже. Если понадобятся деньги, ты знаешь, где меня искать. Точно. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Да, алло. Вито! Это Эдди. Слушай, приходи... Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Мистер Скалетто, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь. Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты, а теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он пахал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чо. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно,
но только не дебил. Ладно, остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс.
Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи.
козел!